Хорошая новость для поклонников Бурака Узчивита и Фахрие Эвджен. Супруги стали родителями во второй раз. Фахрия родила второго сына в американском госпитале в Стамбуле. Роды принимал доктор Харрис. Мальчик появился на свет совершенно здоровым. Его назвали Керем. Бурак Узчивит во время родов не оставил свою жену ни на минуту. Он все время был рядом и держал Фахрие за руку. В настоящее время Фахрие вместе с сыном находятся в госпитале под присмотром врачей. Оба чувствуют себя отлично. Напомним, что Бурак Узчивит и Фахрие Эвджен поженились в 2017 году. В 2019 году у супругов родился первенец. Его назвали Карам.